5 минут и готово, да? А ну, бери руки. Бери за ложку. Так, а ну-ка. Нихуя себе, какая газовая. Ты газуешь, бля. Смотри как, и не бьет. Я нормально. Заебись? Да. В мастерской там инвалиды сидят, говорят, мы не можем одеть тут покрышку. Мы не можем ну, одеть покрышку. Вот это я должен, блин, тиктоки записывать. Ну, туго, конечно, натягивайся, блядь. Туго натягивается. Если она будет слабо натягиваться, то на повороте она раз и выпадет. Нет, это понятно. И все? А ну так покрути. Она тут, блядь, не пробивает, покрути. Блядь. Покрути. А? Покрути. Как Йола, помнишь, детство? Ну так, короче, говорит, я не могу его одеть, я не могу. В сервисном центре мы не можем одеть, мы, блядь, инвалиды, мы долбоебы. Мы не можем одеть, мы не знаем, как пользоваться, блядь, инструментом, как руками. Ну, отвертки, блядь, такой у меня этот, сейчас подтянуть. Ну ты тут одел нормально? А ну, да. Вот. Покрути, это, блядь, покрути. Больше, по-моему, блядь. Ну она жестче, я имею в виду. Это нормально? Жестче, вот. Сейчас тебе покажу. Не, я имею в виду. Возьми вот это уебище, проверь. Ух, а ну, жестче. О, блядь. Да? Вот это лохи хотят, блядь, мне надо подешевле покрышку, блядь, я хочу наебать судьбу, блядь. Давай, наеби меня, блядь, продай за 400 евро. Ну, чем мягче, чем она не так это, блядь, стирается. Это уголь. И вот меня вот чаще вот эту покрышку берут, понял? А потом... Мы не можем одеть. Поставил. А вот эту вообще ты ее не надеешь, это же дубовая. Жесткая, блядь. Знаешь? А вот это мягенькая.